левой стороне. Да, по левой стороне. Выходим из веревки. Вот и идем по левой стороне и не паримся. И не нужно. Здесь не будет, да, туннель, здесь полностью по левой. Да, да, да. Я сразу предлагал так. Вот эти колонны. Там Алексей любит побродить, но... Да. Алексей повел. Алексей сказал, что ты повел. Алексей сказал, так я вообще вас ждал около Серова. Туда вообще вел куда. Нет, как я вас мог повезти, если меня не было? Я вас ждал. Вот, сюда бы я вас вывел 10 минут назад. Все. И потом я пошел к вам. Блять. У меня слишком много предметов. Все правильно, че вы паритесь-то? Ладно, давайте я поведу. Давайте я поведу. Мы уже то же самое. Кругаля сделаем. Подождите, вы сейчас пришли. Вот это на котенке. Вот здесь вот. А вот это Марина хорошо. Написано там? Ну, сейчас мы надпись не видели. Сейчас посмотрим. На тёнке надо сказать. На тёнке вот это вот, вот прям перед нами. Вот там вот. Эн пойдем. Да. Давай пойдем. Идем туда. И дальше от нее. А потом к Марине. Все, идем. Не будем никуда туда направо сворачивать. Давайте по левой части пойдем и все. По левой стене. Мы почему-то обратную сторону сворачиваем. Вот компас показывает, мы опять получаем. Не-не-не, там по надписи двигайся. Где там Эн потемки? Смотрим. Вот где-то вот здесь вот. Можно. Так ты видел или нет? Нет, я не знаю, мы еще не видели надпись. Она где-то здесь. Теоретически. Да, вот это либо на тетке, либо Марина хорошо. Мы здесь оба третий раз. Конечно. Мы здесь проходили вот это. Да. Это мы назад возвращаемся. Я предлагаю вернуться назад. Мы сейчас заказываем. Не, нормально. Здесь еще не было. Нет. А. Мы проходили, мимо вот это слишком плак. Блять. С другой стороны шли еще. Народ, Илья! Не, мы тут не шли. Мы тут слушайте, ну, получается еще, да. Вот он, вот эта фигня. Илья, пошли назад. Все, идем, подождите всех. То есть мы свернули еще раз. Вот туда, вот это кольцо делает. Здесь же нет прохода. Налево сразу шкуру. А, все, значит туда. Там было шкуру налево. Я сейчас прошел, блин, налево, направо. Типа направо, ну ладно. Где-то пропустили еще один левый поворот. Да. Ну это когда посчитаться будет. Там как они неорганизованно ходят. Еще раз посчитаться, да? Сейчас мы ходим неорганизованной толпой. Вау, вот это обвальчик. Офигенно. А? Вот туда, что ли, куда-то надо было лезть? А, нет, по-моему, там дальше. По-моему, мы не все. Нас не хватает. Да. Аналогично. Не то, что кажется. Вот это? Лель. Что за лель? Просто. Так. Какой у тебя фонарик злой. Вторник, 28 март. А год не видно. Ну, а как мы туда вылезли, вот я не могу понять. Мы пропустили.
пропустили один поворотик маленький. Нет, так в том-то и дело, что мы-то идем? Дошли. Идем, говорят. Сколько там народу? Ребят, сколько у вас там народу? Нас. И нас четверо. И нас четверо, 8 человек. А сколько уходило? 13. Половину проебали. 5 человек где-то надо найти. Ладно, хуй с них, новых приведем. Сколько у вас там человек? Нас здесь четверо. Что, пошли снова искать туда? Раз этих проебали. Все нормально? Ну, это все нормально. Пошлите. Все нормально? По крайней мере, они все по петле тут ходят. Если что, они по-любому придут к этим двум дыркам. Дальше этих двух дырок они вылезти не должны. Вау! Мы здесь были? Колено больное, блядь. Ты без... с наколенника? Нет. Наколенники клуба не цепляются постоянно и... ...пушаются. У меня не цепляется. У меня ксы обычные. Это моё. Не знаю, что нашли. Бать, а это что такое? Нет. Василиса Борисовна. А вот, наверное, скорее всего, как раз вот эта хрень. Марина, хорошо нет. Думаешь? Нет. Вон там ход. Где? Вот, видишь, она, Марина, хорошо уходит, как раз такая красивенькая. Ну, я подожду. Подожди меня здесь. Либо это вообще левый лаз. Потому что... Слишком много колонн. Лёх, ты здесь? Да, я вот. Учкуемся вон там. И он здесь остался. Что? Он там остался. Тут на отёке. Ну вот, на отёке. А там Марина хорошо, вот, где мы с ним были. Вы были в Марине хорошо? Не, вот Марина хорошо за это. Вот за натёками. Вот сразу сюда будет точно? Марина хорошо. Точно она там? Точно. Смотри. Пойду проверю Марину. А столбик есть? Есть. Ну, ходи, он один идет Маринку проверить. 42. Что там, все пришли? Нет, там Илюха остался. Один? Мы сейчас вернемся. 41. Как мы вот это проскочили? Натеки. Он остался там. Он опять остался? Да. Мы его бросим? Нет, он остался там, где это, стоп. Давайте мы проголосуем, давайте бросим его. Давайте бросим. Так, и что здесь? Здесь Марина хорошо. Здесь Марине хорошо. Здесь двигаемся в уральце уже. Вот, Марина хорошо.
Вот они его. Да, это, кстати, даже не понятно, что это лед. Не, какой лед, сталактит. Здесь плюс, откуда здесь лед? Мы даже можем дойдем почти до выхода номер 2. Вон даже, смотри, парни идет за льда. Он остался, где стоп? А зачем он остался-то? По приколу ему. Что? По приколу. Мы хотим дойти, вот смотри, второй лед, теперь здесь нет еще. Ага. Там будет первая карта, вот здесь вот называется музей надписи. Еще один ушел. Вот. Самый-самый конец. Да, вот там музей надписи, там можно будет прикольно. Рублей так на 100, да? Ну это надо второй лист пройти полностью. Можно на 150. Ну до этого мы с другой листиком прошли. До этого мы начали с четвертого. С четвертого начали, четвертый, третий, второй, то есть полпути там мы точно прошли. Какой четвертый-то? Здесь узкая часть. А, у вас. Ну, у меня на 6 листах. А у меня на 26. Похоже. Зачем лично это? Вот, крупно, понятно, и это видно. Вот ход 2, вот мы, вот Марина, хорошо. Хорошо. Кто следующий искать? Че, ты? Да. Илюха. Марин меня, я туда не пойду один. А что, кто-то ушел? Господи. Через 5 минут приходит следующий. А у тебя уши практически не набрали. Да ну ты. Хотел бы проколоть. Ну, оттянь. Уши на магните. Сейчас, погодите 2 минуты. Сейчас я не найдем это. Я, конечно, знаю. Я! Типа, можно там его раскручивать, а внутри просто... Вау, здесь круто, кстати. Люди бывают вообще хорошо да? Да, наушники просто. И все равно проходит хорошо. А зачем это? Что это? Камера. Вот этот стол, по идее. Вот он, да, квадратненький? Да, похож. Че похож? Да. Это что такое? Ой, простите, забыл Елся. Это папа твой вынес. И куда нам сейчас надо дальше-то? Ну куда-то вот сюда. На следующей странице. Сейчас можно сесть посмотреть. Да, они все ушли, короче. И Лёха тоже. Надо выгонять тех, кто не курит. О, дальше вообще дофига будет. Смотри. А, то есть курящих не пожалуйста найдем. Да. Мы сейчас посмотрим, как мы открыли. Так, ага, здесь, да. Курина, весь воздух свежее становится. Вы к выходу. Вот там вот дальше куда-то. Выйдем на построение. Мы вот вышли. Мы вот отсюда вышли. Да. Повернули сюда. Не, вообще, чтобы выход из пещеры найти, надо палец на слюняйке и посмотреть, с какой стороны быстрее высыхает. Вот, до входа номер 2. Там типа как движение воздуха, вот. Да, мы воздух пойдем по краю, по краю. С той стороны, где это выход, там быстрее. И потом вот пойдем вот сюда. 5. Это галерея. Ууу, тут вообще все завалено. Вот музей надписи, вот сюда мы должны прийти. В принципе, тут не особо далеко. Это странно, что мы наоборот заблудили. Ну вот сюда вышли к веревке. Пошли вот сюда искать чеки и свернули куда-то. Вот сюда, вот этот вот. Пошли мы по правому. Оно было посередине, а мы как-то посередине пошли. Надо не забывать на компас смотреть. Если на компас не посмотришь, то, блин, точно. Как мы попали обратно вот в эту хрень? Вот здесь что, проход есть? Да, дырка. Да. Там дырка. Мы вот через эту дырку повылезли сюда. Так. Ребят, там можно... А, вы уже все сидите? Там можно, там же тебе болит.
Че, пиво никто не взял с собой? Нет. А жаль.